Вот лично я проживаю 27 лет здесь. Капитальный ремонт не делался ни разу в этом доме. Старая квартира Любови Шмаковой укомплектована полностью. Плесень на стенах и полу, сырость из-за этого пришлось снять линолеум. За шторкой в одной из комнат спрятан туалет. Мебели здесь нет. Фактически семья несколько недель в Новоалександровске уже не проживает. Мы пытались создать здесь как могли. Окно уже не стали менять, потому что нас поставили на переселение, на программу ветхого жилья. И мы ждали переселения. Аварийным дом был признан еще в 2008 году. Только спустя 7 лет, 8 июня 2015 года, семья получила ключи от новой квартиры в дальнем. Долго раздумывать люди не стали, переехали сразу. А на днях получили уведомление от администрации города, что до 10 июля им необходимо вернуться обратно. Очевидно, по основанию документов квартиры номер 2. У них жилье приватизировано, и съезжать они отсюда не собираются. По словам Любови Валентиновны, произошла следующая ситуация. Дом на две семьи. И в двух словах, одна согласна на переселение, а другая нет. После признания дома аварийным соседи сделали ремонт и пригласили специалистов из частной компании для обследования помещений. Они вынесли решение, что дом пригоден для проживания. При этом во вторую часть дома, как говорит Любовь Шмакова, никто не заходил. А выглядят они даже со стороны по-разному. Семья, зная о переезде, не вкладывала больших денег в ремонт. Соседи же, напротив, желая остаться в Новоалександровске, свою квартиру сохраняли в порядке. Мы два пенсионера, поэтому нам лучше той жизни-то осталось, как говорится, мало. Поэтому мы не торопимся туда. Ну, я привыкла жить здесь. Мы не хотим им зла, я говорю еще раз. Пусть им дадут квартиру, как они хотят. Тем более, она молодежь, им только жить благоустроено. А нам, старикам, здесь хорошо на земле. Договориться друг с другом соседям тяжело. Отношения напряженные. Конфликтный разговор застала и наша съемочная группа, работая на месте. Буквально сегодня ситуация разрешилась. В мэрии сообщили, что поскольку ключи от квартиры в дальнем семья Шмаковых получила до вступления в силу постановления о признании дома пригодным для проживания, то они имеют полное право не отдавать их обратно. Любимцы же при этом останутся в своей части дома в Новоалександровске.